remaining. Dire team ban. Ну что ж, чуть-чуть раньше запланированного времени начался у нас второй матч, но, в общем-то, те, кто подойдут в 21:15, как раз попадут на саму игру, пропустя стадию пиков. Думаю, ничего страшного в этом нет. Итак, Insane против Ahead. Вторая и заключительная игра дня на сегодня. Сегодня у нас совсем немного матчей. Insane только что победили, причем очень-очень здорово они отыграли, действительно, прошлую игру. Ну, у Zertraya совсем не сложилось, ну и сейчас... Их соперники из Ahead, у которых пока что только 2 поражения, даже не сказать, что в активе, скорее в пассиве. Алоха Джин, Сёма The Slayer, 168-й. Ну и у нас в ростере значится Undershock, Ноуфир и Арзик, но, по-моему, кого-то из них нету, точно. Итак, Ancient Apparition от Ahead. Лост присоединится к нам как только, так сразу. У него там проблемы с супом, судя по всему. Но также на эту игру он будет. Сларк и Ancient Apparition от Ahead. На этот раз... Да опять Сларк и Ancient Apparition против Инсейнов. И опять Никс Бэтрайдер. У нас повторяются. И баны повторяются. Это Эмбер Спирит, Инвокер, Нага Сирена и Ликан. Более того, ферстпик у Ahead... Ну нет, ферстпик не повторяется. То есть Insane играли за светлую сторону. И был ферстпик у Zertraya. Но, в общем-то, пока что пики повторяются. Опять Сларк. Посмотрим, как Ahead с ним распорядятся. Ну, в общем-то, очень здорово сыграли Insane в прошлой игре. Начиная от лайнинга. Они очень грамотно поставили линии. Именно Вайда в мид и Мирана снизу. Поставь они наоборот, я не думаю, что Мирана смогла бы... Ну, может быть, и смогла убить Верку, но ей это было бы значительно тяжелее. А у Вайда получалось это просто замечательно. Хотя, ну, тоже такого быть, по идее, не должно. Что касается нижней линии, ну, Вайд бы точно смотрелся куда хуже на нижней линии, нежели Мирана. Мирана там просто доминировала. И, в общем-то, вышло все очень замечательно. Верхнюю линию немножко проиграли, но это... Ключевое слово здесь немножко, потому что Сларк не смог внести свой вклад. Dire team ban. Итак, Дазл Дум, Венга и еще один герой, который сейчас будет забанен от Инсейнов. Пытаюсь я вспомнить, что в прошлый раз это было. Пак, но это был точно не Пак. По-моему, Шторма они банили. И опять Бейн. Все просто повторяется у нас из прошлой игры. Давайте веник. Напомню, Pixar Tribal, Operation Venomancer, Windranger, Сларк и Тускар. Пик у Insane был Бейн, Никс Ассасин, Бэтрайдер, Войд и Мирана. Ну и пока что 5 из 10 героев повторяются полностью. Что будет дальше? Да, третий пик. Задумались, но если сейчас будет Тускар, это будет что-то. Вероятность тогда повторения будет очень велика. В принципе, на месте Инсейнов я бы повторил. А почему нет? Игру они выиграли без особых проблем. В общем-то, все шансы. Ну, задумался у нас пикер 168-й. Так, отлично. Лост у нас снова с нами. Ну и что, как тебе пики? Тебе они ничего не напоминают? Да, напоминают. Напоминают прошлую игру. Один в один пока что, но посмотрим, что сейчас будет. Да и баны очень схожие на самом деле. Ну, задумались, Ahead. Ну вообще вот на месте Insane ты бы стал что-то менять, если пики были бы абсолютно идентичные? Нет, потому что они, ну, их пик был очень хорош. Они, несмотря на то, что была какая-то ровная игра на 15-20 минуте, но чем дальше подвигалась она, тем сложнее бы было ТРом выигрывать. Бэтрайдер, Бэйн, два, наверное, сильнейших дизейблера в лейте, Войд, товарищ, который стопит всю команду, и невозможно, по-моему, бить с руки вообще никого, как ни крути. Ну, в общем-то, да, и в итоге вся надежда была на Сларка, который не смог затащить команду Insane. Который по кулдауну попадал в купол, и на этом его игра заканчивалась. Так, ну вот у нас первые изменения. Забирается Вич-доктор, Ahead'ами отвечают на этот раз лайфстиллером, кстати, который был в бане в прошлый раз. По-моему, банили его сами Insane. И неплохой ответ, это Вивер. В принципе, и Вивер хорошо заходит против лайфстиллера, если они будут стоять как-то один на один. Но, судя по всему, пока что лайфстиллер будет у нас находиться в трипле с Бэйном и Никсом, а в такой ситуации Виверу будет уже отнюдь не так просто. Слишком тяжело играть Вивером против Бэйна и Бэтрайдера, да и против того же Никса. Огромный потенциал в ганге. И также легко в драке контролить этого Вивера. Кьюсайбер банит Шторма, хотя у них такой сетап, что, как по мне, они бы его разрывали в клочья почти на любой стадии. И Ahead'ам нужно придумать лайн. Кто же у них пойдет соло и куда? Может Сларк пойти в центр, может Сларк пойти на легкую. Вот. Трипла, скорее всего, пойдет сложно, потому что... Ну, Доктор Operation сильная трипла достаточно, такая сильные суппорты для триплы. Да, очень хорошие статы и при этом сильный хил. Если Вич-доктора быстро не убить, то можешь по голове получить. Ну и Вивер. Вивер просто мобильный в данном случае. Убить его почти невозможно таким сетапом, а он бьет очень больно под аппаратом. Такая древняя комбинация, челлинг-тач и дабл-тычка. Вешаешь... Да, это неплохо. Да, вешаешь на себя и почти там 200 плюс урона. С руки на лайне прописываешь. Забанили Вайпера. Ну, боятся вот, что пойдут как-то в какое-то давление с этим Вайпером, возможно, Ahead. По идее, Вайпер, если Insane бы его забирали... Ну, вообще, если бы Insane его забирали, то скорее Вайпер бы отправлялся у нас на Easy Line. На сложную все-таки? То есть в трипле на сложную? Ну, потому что Q-Cyber с их лайвингом идти только на легкую и никак иначе. А Вайпер был бы очень хорош против того же Сларка. Ты ренджевик, ты постоянно его харасишь, ты бьешь его с руки, ну и доминируешь. То есть Ahead убрали то, что контрит по ходу следующий их пик, потому что есть уже один мили. И, возможно, будет второй. А, ну да, они же, Ahead же собираются идти на сложную. Я что-то у меня в голове все перепуталось. Ahead собираются идти на сложную, и сейчас у них выбор, ну, соло-мид, либо легкая линия, в зависимости от того, куда пойдет Сларк. Соответственно, Insane нужно тоже думать о том, кто у них пойдет. Ну, ох, какой пик! Да, вот и ответ, что Ahead забанили Вайпера, хотя они сейчас сделали сложности себе. Потому что против Дестройера Вайпер более-менее хорош там, до 5-6 левела. Ну, против Деваурера хороший ряд героев. Это, в принципе, может стоять медведь, но если ты на нем хорошо играешь. А все-таки, ну, таких медведей немного, которые могут выстоять достойно против Девауреров. Хотя, в принципе, если действительно медведь сильный, он стоит великолепно. Это Разор, конечно же, и это... Найкс, если что. Найкс или Снайпер стоят против Деваура хорошо, да. Да, Снайпер это тоже неплохое решение. Это такая Вот в Китае видел точно вот эту линию. Только у китайцев был еще к снайперу Элдер Титан, но потому что забирали они его не под конец, и у них там был весь расчет на снайпера. И Деваурер там просто раскладывался в секунду. Он не мог себя спрятать в астрал от ультимейта снайпера, потому что если бы он себя прятал в астрал, снайпер бы просто подходил вблизь и расстреливал его. Он не мог убежать, потому что снайпер его все время башил и с бешеного радиуса настреливал ему очень-очень больно. В итоге... Действительно, снайпер — это отличное решение. Хотя вот, на самом деле, немного неподготовленный, на мой взгляд, пик у Инсейнов Деваурера. С одной стороны, да, он неплох. Но, с другой стороны, он неплох, когда соперник уже забрал какого-то соло-мидера, типа Шторма или Пака, или какого-то любого другого интовика, и ты ему выкладываешь на стол эту карту, мол, вот, держи, Деваурер. Свапайся линиями, делай что хочешь, он пойдет на мид, и попробуй против него поиграй. Но здесь был вариант, во-первых, с Разором, с которым Деваурер стоит очень слабо. Был вариант вот со снайпером. Сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну, вначале снайпер еще может там немножко подтерпеть, но урон как бы ему не снижается, что очень хорошо. Ну и в конце, не в конце, а левеле уже там на пятом, на четвертом, у него такой радиус, что Деваурер просто до него не доходит. Это даже можно очень сильно просесть и умереть, если побежать куда-то этого снайпера прятать. Ну и такая получается агрессивная трипла с Вивером, снайпер, отличный лейт-потенциал, много физического урона, есть еще и Сларк. То есть таких керри в виде Вивера, снайпер... Ну, снайпера я бы на самом деле назвал одним из таких самых жестких ДПС керри. Единственное, у него есть проблема, у него нет никакого абсолютно спыла на Disable, и у него очень-очень... плохая выживаемость в случае, если начинают прям в него уже вгрызаться, тот же лайфстиллер. Но в случае, если лайфстиллер до снайпера пытается добежать своим ходом, это, как правило, гиблая затея, потому что он просто даже под рейджом не добегает. Он теряет слишком много хп, и как только рейдж заканчивается, он не может сделать ни одного удара из-за башей. Такая у нас уже игра была. И, кстати говоря... Это было на отборочных Техлабс. Insane играли против NextKZ. NextKZ играли через... Виспа плюс снайпера, и закончилось все тем, что снайпер просто уничтожил всю команду. Здесь у него огромный потенциал на то, чтобы это сделать снова. Ну вот мы видим ставки, Insane у нас являются скорее фаворитами в данной паре. Лидеры. Лидеры нашего российского молодняка. И смотри, приходит в хардлейн, встречает Инквизитора. Инквизитор получает по лицу, но сэкономил он время и вкачал рейдж. Сейчас интересен выбор от Insane, что же они будут делать, потому что если Мирана имела в прошлой игре стрелу и какой-либо эскейп для того, чтобы можно было расконтролировать, то сейчас у них есть Найкс, который равным счетом не делает ничего. Разве что вгрызается в одного из саппортов. Да, Вич-доктор очень. Посмотрите просто на 59 урона с руки, 500 хп, что не так плохо для саппорта. Operation тоже с его чиллинг-тачем очень силен. Но еще и Вивер. Линия получается хорошая. А у Инсейнов опять Никс на линии. И вот за эту ошибку, ну не ошибку, а за эту слабость на своей легкой линии они могут поплатиться. В прошлый раз их простили за Зертрай. Бэтрайдер у нас опять пойдет против Сларка. Ну, Джуда уже хорошо представляет, что ему предстоит. Он только что стоял. Ну и снайпер. Да, я, к сожалению, занимался немного не тем в начале игры, чем должен был. Ну ладно, профили игроков скрыты, в общем-то. И снайпер... С интересной такой пушкой в виде дракона начинает... Ну, конечно, у снайпера маленький урон вначале, тут даже говорить нечего. У Деваурера вот в 1,5 раза практически больше. Но это такой своеобразный баланс, потому что если бы у снайпера была еще большая тычка с руки в начале, его бы, мне кажется, забирали всегда на first pick, ставили на мид и играй против него вообще кем хочешь. Ставь даблу, триплу, он будет всех переластхичивать, всех убивать, а с 5-го левела вообще просто стоять за вышкой и фармить крипов. Ну, кстати, когда-то такое время было, и было вот все так, как ты рассказываешь. Только тогда ты еще не получал экспы, если противник добивал крипов, и ты мог прийти снайпером 1-го левела и иметь вражеского героя 1-го левела нон-стоп. А что там было такое у снайпера? У него урон с руки был гораздо выше? Да, у него был гораздо выше урон с руки. Баши работали на своих крипов, и в Доте 1 у него была моментальная тычка. А в тот момент это сильно решало. И Забивать против него было нереально. В итоге он выиграл почти все игры. Ну да, здесь, если этот снаряд еще быстро летит, но какое-то время все-таки летит, то в первой доте действительно там вот этот вот моделька Рифлмена, которая стреляет вообще непонятно чем. Она, конечно... Ну вот уже Деваур, посмотрите, как его напихал снайпер. Там 3-4 баши прошло, он уже не знает, что делать. И снайпер уже начинает так вот наглеть. Ну, опять же, снайперу не так важно то, что Деваур его прячет. Да, у Деваура атака становится больше, но у снайпера она меньше не становится. Это, конечно, огромный-огромный плюс. И тем не менее, все-таки, если снайпер заиграется, позволит Девауру настакать себе инты, попадет под ультимейт, развалится он, конечно, очень быстро, потому что инты у него нету практически. И с ульта ему нанесен будет очень большой урон. И посмотрите на крипстаты. 13-5 Деваурер, 12-0 у Бэтрайдера и 10-0 у Лайфстиллера. Несмотря на то, что Лайфстиллер стоит на очень непростой линии. Вот так вот в начале лайнинг удается Инсейном выдержать. Действительно неплохо. Снизу Бэтрайдер в этот раз переигрывает Сларка. Но он уже потренировался в прошлой игре и просто не оставляет шансов. Ой-ой-ой! Курьерчик-то и не апнуть его, 3 минут еще нет, курьер бежит, Сларк за ним, Бэтрайдер, ой, какая банка, ну это просто жесть. И курьер апнулся. Да, сразу восстановились все хп. Нет, но жалко, что у Сларка есть вот этот прыжок, поэтому этот момент эффектный, но не такой эффективный. А если это был не Сларк, если бы это был какой-то герой, которому нужно было сейчас сидеть, ждать ТП. Но в любом случае получилось очень круто. Да, Джуда по красоте сейчас спас своего курьера. Сларк бы его, наверное, догнал. Ну и на трипле у нас продолжает, в общем-то, Лайфстиллер жить относительно неплохо. Хотя для него начало является наиболее таким печальным. Должно было являться. Но здесь нормально все, суппорта отводят, не заблочили спаун. И потихоньку-потихоньку переживают самые сложные времена игроки команды Insane. Что у нас на миде? На миде Деваурер, ну вот догоняет его уже снайпер. И, в общем-то, дальше все тяжелее будет. Как видите, хп вообще нету. Снайпер купил 2 когтя. Ой-ой-ой. Ну, все, подходить уже нельзя. Просто нельзя подходить. Вы посмотрите на этот урон. Проходит еще одна тычка. И последний выстрел. Повезло, что не прошло баш. Деваурер мог просто отъехать на ровном месте. Снизу, тем временем, Сларк... Да, все так же уступает Бэтрайдеру. Бэтрайдер ушел, забрал реген. Ну, тут просто печалечка у Сларка. Здесь у Сларка немного печальная раскачка. Если в прошлой игре у нас ZXC максил первый спел, и он им хорошо харасил Джуда, а также добивал всех крипов, да и в целом его характеристики очень сильно повышаются, то сейчас он максит вторую. В итоге он этот второй скилл паунс вообще не юзает, то есть он ставит и с фулманой простаивает, и в итоге Бэтрайдер, который эффективнее свои спилы использует, он этот лайн выигрывает. Сверху, кстати, Insane молодцы они тем, что занимаются перепулением. Вот когда они делали дабл-пулы, это окупалось, поскольку очень много экспириенса Ahead теряли. Получилась недостаточно сбалансированная линия против Найкса, потому что нечем цеплять. Что бы ты ни делал, вот, как бы ты ни нападал, в любом случае Найкс жмет рейдж и убегает, а тем временем у нас идет выход в центр. Да, вот то, что нужно. У снайпера, при всех его плюсах, потому что мы там сказали, что да, он хорош. А что же против него делать? Да просто гангать его. И игроки Insane не имели возможности этого делать, потому что, ну просто... Трипла у них очень-очень в опасном состоянии была. Но сейчас они сделали очень классную тему. Они сделали одинарный пул, отодвинули линию, тем самым не давая понять, где находится их саппорт, и пошли гангать. Но, к сожалению, не дошли. Снайпер спрятался очень-очень грамотно. И... Ну, то есть действовали вроде бы неплохо, но не хватило какого-то чего-то, в общем, чтобы до этого снайпера дотянуться. Нет, тут уже бесполезно. Саппорты ушли, и теперь их положение контролируется. Без смока гангать будет достаточно тяжело. Сёма забрал ДД. Есть у него сейчас шанс повлиять на разницу в крипстате на нижнем лайне. Обходит Джуда. Обходит прямо выходя на крипов. Джуда это видит. Джуда уходит. Цепляет его Сёма. И Джуда потихонечку уходит. Уходит, откинул бомбочкой, немножко не получилось, и Сёма его добивает. Да, ну вот такой вот ДД смог реализовать, краешком зацепил полнцем. Действительно, ну реализовал в итоге то, на что рассчитывал, и снизу тем временем забирают еще Бэйна. Очень неплохо. С помощью чиллинг-тача и 2-0 повели у нас Ahead. А в миде тем временем у Дестройера огромные проблемы. Стоит он фактически с ботлом, нет никаких обилок, дающих ему реген, и сейчас снайпер его просто дико обденаивает. И даже если ты захочешь подойти и кинуть астрал, то у тебя всего 500 рейнджа, а у снайпера, посмотри какой рейндж. Да, уже 950. Жесткий, 950 рейнджа, это что-то просто нереальное. Нужно поставить будет вард, когда Нюкс получит свой шестой, и тогда подобраться к нему будет фактически нереально. А Сёма тем временем, захватив небольшую инициативу снизу, имеет дальше шансы доминировать, потому что сейчас Бэтрайдер купит на блин, сейчас Бэтрайдер не способен драться и размениваться, и Бэтрайдер нападает Сёма, и Сёма отступает. Хотя мог бы и развернуться еще. Ну да, он его хорошо просаживает, при том, что Сёма в любой момент идет в лес и пригенит все хп, а у Джуда брать хп неоткуда. Так, Деваурер у нас затерпел, и снайпер попытался ему отвесить ультимейт, но на реакции... С реакцией все в порядке оказалось. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это просто... Это просто пушка. Издевательство. Это просто издевательство, то, что происходит на миде. То есть, когда ты пикаешь Дестройера, Деваурера, ты... Хочешь, твоя главная цель — это выиграть линию. Если ты этот лайн не выигрываешь и в игре ничего не захватываешь, то у тебя остается герой, который не может сплит-пушить, не может пушить, и единственное, вот, что он может, драться 5 на 5, да? Но что ты сделаешь, когда вот этот товарищ тебя будет каждый раз такого рейнджа настреливать? Да, это большая проблема. Но опять же, здесь очень четкий был пик снайпера последний, потому что трипла фактически была заперта. Да, они могли ее достойно отстоять, они ее достойно отстояли, но штука в том, что саппорты с этой триплы уйти ну никуда вообще не могли. В противном случае лайфстиллер бы оставался без фарма. В этот момент снайпер чувствовал себя в полной безопасности. Он видит двух саппортов сверху и героя фармящего, он видит героя снизу. Все, один Дестройер, делай что хочешь, заходи к нему там на ХГ, еще один ульт. Ну. Нападает на Инквизитора, Инквизитору очень больно, врубает он рейдж, коинится Вивер за ними, Инквизитор разворачивается, в это время врывается Оби-Ван Банан, фокусит Вич-Доктора, но добить не получается, и Вивер... Может отъехать, ну какие банки от Вич-Доктора, Маледикт по двоим, и сейчас просто умрут, могут умереть оба героя, еще и Урна, да, Бигнум скорее всего умрет. Нет, Маледикт наносит не так много урона, хотя последняя тычка... И выживает, захиливается. Оцени закуп Вивера. Посмотри, как он, во-первых, хилится под Вич-Доктором, ну и урной, а во-вторых, вот что он собрал. Это урна, которую он сделал, чтобы, наверное, себе ману генить вместо медарки, она сейчас ему жизнь спасла. Возвращается Инквизитор. У Инквизитора все очень плохо, у него одни фейзы из Таутшайлд, в то время как у Вивера уже вот урна и 1000 голды сверху. Ну и нужна помощь зала или звонок другу, а друг у нас Джуда, у которого уже есть блинк и нужно на великие дела идти. Ну вот мы пропустили этот момент, но пока там гонялся, пока умирали, в общем-то, игроки команды Insane сверху, Джуда уже под своей тир-2 вышкой бегал вокруг тавера, чтобы его не убил Сларк, имея практически деньги на блинк. Там Сларк тоже очень в этот момент вовремя напал. То есть он знал, что сверху помощи не будет никакой. И более того, не дал помочь Джуда своим телепортом, если бы тот попробовал. В миде хватают снайпера, он разрывает в секунду. Просто с помощью ультимейта Деваур прячет себя. Ну вот то, что нужно было. Наконец-то снайпера забирают. Но, конечно, не поздновато ли, потому что у него там уже достаточно... Да, у него уже Мидас. Вот так вот. Мидас и фейзы, и очень-очень силен. Ну, конечно, Бэтрайдеру сейчас нужно по кулдауну нападать. Вивер переагривает. Есть ли инвиз? Есть инвиз. Очень грамотно переагриваются, но Operation запускает ультимейт. Большие проблемы у Оби-Вана. Оби-Ван умирает. Размен 1 в 1. Тем временем на миде каким-то образом Вич-Доктор отдался на Деваурере. И смотрим дальше. Бежит лайфстиллер против Вивера. Нет, здесь расходится просто миром. Что же там произошло с Вич-Доктором? Но это останется, скорее всего, уже загадкой, потому что не имел Деваурер ультимейта, скорее просто напихал с руки. Уже 9-й левел, появляется Аркейн Орб, много урона. Так, у нас Сларк. Ой, сейчас если прыгнет на Бэтрайдера, это же будет так больно. Будет ли прыжок? Есть прыжок! Есть тики. И последняя тычка! Да, добивает его. Сларк успел только закупиться, после чего умер. Ну, вот так вот. Сейчас правильно сделали Insane, ты посмотри, какая необычная фишка. Инквизитор нажал смог и побежал. Побежал он гангать снайпера. Понимает Инквизитор, что снайпер это уязвимый герой, что хп у него очень мало, и он фактически способен в соло его загрызть. В итоге приходит на центр и тусит. Вот. А снайпера-то и нет. Да, сверху, потому что сверху стоять ему нереально, так как его тут он бегает, вивер нападает и Бигном страдает. Тем временем Джудо нападает на аппарата. Аппарату больно. Еще один стак. Джудо замораживается, и аппарат спокойно уходит. Вивер забирает нюксы. И Insane, вот этот вот пик, да, Найкс, Деваур. Ты видишь, какие они вялые, потому что они даже втроем не способны заковырять тавер. И в итоге Инквизитор думает, что же ему делать сейчас по игре. Потому да, что... отмечу Вич-доктора. Ой-ой-ой, там попал сверху лайфстиллер под атаку, и кажется ему не уйти. Сларк продолжает бежать дальше, нет, Бэтрайдер прикрывает, и лайфстиллер выживает. Хочу отметить Вич-доктора, который вкачал вот этот хил на единичку, который на самом деле окупается по полной, ну, потому что он так много хп восстанавливает в массовой драке. Зацепили Сларка, нужно его убивать, но Сларка не успевают убить, залетают банки Вич-доктора, у Бэтрайдера там просто все очень плохо, ульт Operation влетает, Вич-доктор ставит еще и свой ультимейт, умирает Бэйн, и Вивер гонится за Бигном, на котором ульта Operation забирает Бигнома. И что еще? Дальше пойдет? Нет, дальше уже идти нереально. Ну слушай, по-моему, у Insane тут все очень плохо. Так, ставится пауза. У них нету никакого преимущества в лейте за счет какого-то своего там лейт-потенциала. А, вот она какая интересная пауза. Там лайфстиллер в рейдже убегает от Сларка. Ну, в общем, перспективы Insane весьма и весьма прозрачные. Ну и смотрим, Инквизитор сможет убежать или нет. Сларк добегает, до него замедляет. Еще буквально один удар. Успевает Деваур сделать ТП. Все, мы нет маны, нету интеллекта. Замедляет Найкс, и Сема встревает. Подходит Вич-доктор, но не успевает. Уж очень больно. Ульта Деваура пробивает. И, как ты ранее подметил, да, у Insane сейчас огромные приключения. Бигном только-только получает 6-й, Бэйн до сих пор 5-й. Нет никакого сплит-пуш потенциала, и поэтому сейчас им приходится в лобовую драться, так как снайпер способен бить Девара вне их ренджа, и Деваур выходит в центр. Но тут у него нет ульта, он ничего не сделает. Ну не хочет он разменить туда. Ты прикинь, как жестко стоит снайпер 600 хп, а против него выходит Деваур 900 со своими статами, 8 армора, 120 урона, и он убегает. Да. Чувствуя, что снайпер его за перма башит. И теперь вот этот пик Бэтрайдера, который есть, он в очередной раз себя не окупает. Нету пространства для команды Insane. Фактически все этого раз стоят, и никак нельзя к врагу подобраться. И нужно инфест-бомбу в Нюкса срочно окупать. Да, ну Нюкс потратил только что Вендетту. Снайпер покупает Мом. Такой вот интересный шаг от снайпера. Уже вторая ульта. Это огромный радиус со второй ульты. И демага тоже очень много. Ну, вот так вот. Стоя под своей вышкой, он практически достреливает до таура соперника. Конечно, убежать от такого парня очень-очень непросто. Ну, только с помощью каких-то блинков там можно увернуться, астралов или чего-то подобного. Но я так понимаю, Мом больше куплен для того, чтобы вот так вот быстро можно было фармить, так как они чувствуют, что у них все вышки стоят, и опасаться им особо нечего. Хотя, ну, не знаю, насколько это хороший. Конечно, Мом для снайпера еще неплох тем, что дает большой мувспид, и снайпер может там быстренько отбежать и опять начинать стрелять. Тут есть один момент, что если ты... встреваешь в драку, смотри, выходит на центр на Бэйна, подходит снайпер, начинает башить, врывается Вивер, кидает жучков и влетает худшот, нужно отхилиться, отхиливается банан, но Ривер его догоняет. Сейчас будет ульта снайпера, и... Нет, даже ульты снайпера не было. Он просто снизу настреливает, тем временем хватает Вич-доктора. Вич-доктор умирает. Зацепили Вивер, ульта снайпера по Девауреру. Остается 7 хп, как мало, и Вивер не успевает. Ну, кидает урну, скорее всего, сгорит с урны здесь. Можно не жадничать так сильно, тем не менее, Вивер забирает мега-килл. Вэдрайдер идет дальше, но у Вивера инвиз. С инвизом ничего не сделал, снайпер включает мом, и снайпер объясняет вышке, что она здесь лишняя. Аппарат классно бегает, с мега-кручками вперед машет. Да, на хосте. Да, отличная анимация. В общем, у снайпера, если его подцепят, да, то обычно его ничто не спасает на такой стадии. Он в любом случае умрет. У него нет эскейпа, всего 900 хп. И при таких героев, как Devour, Batrider, Nyx, которые больно бьют, он фактически сразу отклеится. Но если он займет позицию, что обычно делает любой талантливый снайпер, и начинает с руки настреливать, то... Этот мом окупается. Во-первых, он догоняет противника, который убегает, а во-вторых, он приличное количество к скорости атаки прибавляет. Да, это самый лучший итем, если вы хотите увеличить скорость вашей атаки. 100 к атаке. Даже Мьёлнир, который стоит там в 5 раз дороже мома, нет, не в 5, наверное, ну, в 3 где-то, прибавляет всего 80 единиц, в то время как мом целых 100. И, конечно, сейчас мы видели, как снайпер очень здорово с этим момом разобрался. Ну вот, начинает у нас развлекаться Сларк. Так, Инквизитор включает рейдж. Да, ну просто Сларку ничего здесь не страшно. Бэтрайдер цепляет Вивера. У Вивера проблемы. Ульт. Да, и кажется, это минус Вивер. Не выживает Вивер. Вич-доктор тоже не отступает. Влетает ульта Аппарейшена. Но это просто два фрага подаренные. По-другому никак не сказать. Вивер уже очень нагло действует. Ну, это жадность уже от Ahead. Стоит на фрифарме снайпер, стоит на фрифарме Сларк, и видит, что противник не забирает ни одной из линий. Понятно, что где-то он свои планы замышляет. И в итоге, нападая на тавер, то ты даришь противнику возможность кумбэка. Преимущество 7500 голды и 5к XP. Ну, на данной стадии это очень много, учитывая, что двум героям Insane очень нужны айтемы. Кстати, Devour купил себе Мидас. Ну, уже достаточно давно. А, не заметил, но у него почему-то до сих пор очень мало. Вот у нас Инквизитор что-то бегал 2000 и понял, что Мидас тут, увы, никак. Нужно себя набор с айтемами паковать. И потихоньку двигается у нас Ahead вниз. Вивер, кстати, очень толстый, у него хороший запак. Переключит ПТ на силу, и по идее его забрать будет никак. Проблематично. Ну, а снайпер... Да, снайпер у нас, смотри, пакуется во что-то. Мне кажется, это Линкин против Бэтрайдера, чтобы его вообще никак нельзя было зацепить с расстояния. Аппарейшн убивает, тем временем убиван Банана, да, который тоже загулял достаточно опрометчиво. Врывается Бэтрайдер, хватает снайпера, снайпер вырывает мом, подходит Devour с дабл-дэмэджем, и чуть не спасли сейчас снайпера, но его убили. Да, это было бы весело, если бы туда его вниз откинул Devour, снайпер бы просто убежал, еще и наточковал кому-нибудь. Но Devour убивает снайпера без страты ульты, Джуда не подставляется под Вивера. Будут ли дефать вышку? Да, скорее всего... Но попытка будет. Фортификейшн. За вышку забегают. Здесь Devour. У Devour есть ультимейт. Ультимейт, который может неплохо, в принципе, прижарить. Бэтрайдер запрыгивает, но у него нет ультимейта. Лайфстиллер здесь же. Сларк запрыгивает. Самое время для ульта, и шикарный ультимейт. Devour прячется. Минус Вич-доктор. Никс цепляет Вивера. Нету просветки. Лайфстиллер добивает все-таки Вивера, но ульта Аппарейшена. Ульта Аппарейшена взлетает слишком поздно. Devour уже мертв. Лайфстиллер, скорее всего, выживет. Неплохо. Неплохо подрали сейчас Insane. Ну, в принципе, ведь у них нету никакого преимущества в лейтгейме, если они в него выйдут. Но они вполне боеспособны. В принципе, Лайфстиллер-то может повоевать. Они боеспособны, учитывая, что все это время снайпер был мертв. Тем временем все вырывается на Бигнума. Бигнум фактически сразу отклеивается, хватает Джуда Сёму, тащит его под тавер. Джуда есть стики. Джуда стики юзает и... Да, Джуда и умирает. Врезается. Очень-очень грамотная игра от Джуда. Он запрыгнул вперед лайфстиллер, чтобы тот не смог уйти. Ульт был на кулдауне. И в итоге Сларк разменивается на кого? На Никс Ассасина. Это совсем не то, что нужно. В итоге герои, которые имели очень большой перевес в команде Ahead, чуть-чуть отдали свои позиции. Сейчас мы включим графики. Но, в принципе, все равно сохраняется примерно вот такой вот отрыв. И по XP зато смогли вернуться. Джуд покупает Тревела. Интересное решение. Да, конечно, ему в этой ситуации ни в коем случае нельзя палить свою позицию раньше времени. Его просто, если снайпер увидит, он будет в радиусе, он просто может его расстрелять, не дать сделать блинк. Такое, кстати, было как раз у самих инсейнов. Бэтрайдер вылетал в финальную драку, снайпер его увидел, в Бэтрайдере был лайфстиллер, и просто снайпер расстрелял Бэтрайдера, и потом расстрелял лайфстиллера, который из него выпал с приличного радиуса. Это очень неудобная ситуация. БКБ на Вивере. Достаточно редкий выбор. Несмотря на то, что, ну, как по мне, он ничем не хуже той же ленки, просто применяться должен в несколько другой ситуации. Ну и вот здесь, в данной ситуации, весь магический вот этот урон, ауешные какие-то станы, они будут эвейдиться Вивером. Более того, его не сможет бить Деваура своим аркейн-арбом, это очень неплохо, потому что урон там просто колоссальный на самом-то деле. Один из таких самых мощных эффектов, бустящих демаг. И также вот у него этот БКБ, он позволит ему эвейдить любой дэмэдж. То есть если бы до этого вас могли дизейблить, когда у Вивера сейчас приличное количество ДПС, то сейчас он будет безнаказанно 10 секунд дэмэджа вливать. Учитывая, что сейчас такая стадия, на которой Ahead Q Insane зажимает, то он может окупиться довольно хорошо, но для этого нужно идти драться. Потому что сейчас вот у вас есть Black King Bar, и любой айтем, который можно юзать, это надо делать срочно и сразу. У нас, кстати, Инквизитор тем временем ставит сверху, подходит Бэйн и Деваур. Как защитный прыгает Джуда, прыгает на Вивера с БКБ, влетает ульта-аппарат, влетает Дестрой, хватает Вивера. И вот вам, пожалуйста. В чем минус этого Black King Bar? Надо нажимать. Сейчас бегут за снайпером. Один стак, снайпер разворачивается, бьет очень больно, но подходит сюда Бигнум и компания, и Ahead убегают. Да, у снайпера уже готов Линкен, и инфибл на него не попал, но тем не менее бегут дальше игроки. Заслипали Вич-доктора, но там уже вышка. Тем временем Сларк находит Инквизитора. У Инквизитора есть все для того, чтобы спастись от этого Сларка. Можно было... Сема очень агрессивно тут играет. Оставляет Найкс убежать и смотри. Ой-ой-ой, Джуда. Джуда рисковал очень-очень сильно. Сларк уходит в инвиз. Погоня за Джуда продолжается. Джуда летит дальше. Ульт Апарейшена. Укус. Стан. Сларк уходит. Остается у него совсем немного хп. В Шадоу-блейде нету света. И это провал. Ставится сентри. Карапасы. Зачем-то. Ну, скорее всего, чтобы ничего не сбили. Ну и в итоге эта драка еще не закончена. Снайпер находится в отличной позиции, начинает расстреливать Деваура, не оставляет тому выхода, но это смерть. Да, добивает его снайпер. Да, в общем, минус по поводу БКБ, то что его нужно юзать. Если вы играете в партизанскую войну, то против таких героев, как Бэтрайдер и Бэйн, то он себя не самым эффективным образом начинает проявлять. Ну, в общем, да, если ты успел его нажать, действительно, это очень круто. Хотя в той ситуации, я думаю, Виверу в любом случае было бы тяжело, потому что после ультимейта Бэтрайдера он сразу попал в Финс Грип, который длится очень-очень много времени, и дамага там, в принципе, могло хватить. А теперь представь, что на Вивере в этот момент была бы линка, и Бэтрайдеру перед тем, как завязать лассо, ему нужно было бы еще потратить и форстав, чтобы сбить. Да. И тогда у Вивера будут абсолютно другие расклады. Согласен. Или же Монта. Кстати, Джуда находит снайпера. Снайпер убегает. И решился он на него напасть. И сейчас у снайпера есть линкин-сфера. Такую в сейф-доту у нас решили выйти Ahead. Ну, в общем-то, дамага ему вполне хватает по такой ситуации. Как и всей команде. Ну, в общем-то, да. И Сларк тут уже тоже пакуется в скаде, в свою очередь, и не так много ему осталось, 2000 ровно ему фактически осталось до этого скаде. будет он подфармливать. Что по графикам? Еще чуть-чуть оторвались Ahead. По XP 2500 ведут. Но, опять же, по графикам вполне играбельная ситуация для инсейнов. Но их все больше прижимают к базе. Вот именно с позиционной точки зрения все очень-очень тяжело для них. Покупая Девауру себе форстаф, ему, конечно, очень бы хотелось заиметь Хекс. Вообще, не только для самого Хекса, но и для статов, и для того, чтобы ультимейт его работал лучше. Но пока что до Хекса достаточно далеко. Лайфстиллер тем временем садится в Бигнум, и есть у него уже Гиперстоум. И что, и сейчас очень такая интересная ситуация. Так, что по поводу гемов? Мне показалось, я у кого-то видел его. Нет, да, я видел его, но он у Джуда, он не в команде. Ahead, ой-ой-ой, как сейчас Бигнум спалился-то. Уходи в инвиз. Уходит вовремя, и нечем просветить. Очень долго думал Бигнум, прежде чем уходить в инвиз, поставлен сюда вард. Ну и вот так вот Бигнум без чего бы то ни было будет начинать эту драку. Без каких-то либо возможностей раскастоваться. Поймали Вивера, и стан шикарный, какая игра от Бигнума. Он просто перед смертью сделал все, что только мог. Вивер выкупается. Ну где ульта? Не будет возвращаться. Снайпер тем временем расстреливает Деваура практически в одиночку. Попадает он под лосо, и снайперу здесь тоже выжить будет тяжело. Вивер возвращается сюда. Очень странно сыграл Вивер, но кажется, Insane все-таки развалились, несмотря на отличную игру. Да, это тимвайп. Я не совсем понял Вивера. Я действительно чего-то недопонял, но это была ошибка. Почему он не нажал таймлапс сразу и не вернулся в то же место, а сделал ТП вниз? Побежал куда-то. Сейф вариант, потому что если ты сразу тыпнешься в файт и каким-то образом тебя еще раз законтролят, то у тебя уже не будет эскейпа. И это будет поражение. Но вот и как видно, да, что дэмэджа им хватило. Кстати, драка на самом деле прошла очень хорошо для Insane, потому что из такого неприятного положения, где Ahead ведут, уже 10 тысяч голды и 2500 XP, они сумели выжить максимум, поскольку Вивер умер. То есть это уже, считай, минус 4, и при этом Вивер сделал байбэк. То есть фактически это драка в 5 в 5, если так по денежкам считать. Да, но при этом они потеряли гем, который стоит 900 монет, тоже очень много, им очень нужен. Да, и теперь потихонечку у нас Insane идут к камбэку. У Ahead сейчас начинает проявляться уязвимость пики, от того, что у них нету сейва против инфест-бомбы. Если в кого-либо прыгает Нюкс Ассасин, либо Трайдер, как сейчас, прыгает на центр, цепляет Вич-доктора, и Вич-доктор умирает. Влетает хороший ульт аппарата. Нет. Убегает? Да. Нехороший получился ульт, он никого не зацепил. А если бы зацепил, на самом деле, Никсай, туда бы зашла ульта снайпера, могли убить ульт с аппарата уже с агонимом. Да, и сейчас пик Ahead'ов проседает, так как Нюкс с Найксом стабильно кого-либо из команды забирает. Девауэр у нас постепенно набирает силу. У него уже появляется... Ну, постепенно он выходит в Хекс, чтобы можно было суки хорошо нагинать. И Сёма ДСТР начинает рисковать, потому что стоит он здесь один. Ahead'ов пока что четверо. Очень сильно проседает Банана. Вивер занял позицию. Ну и готовятся они. Вообще, вот, конечно... Нет лоса. Вообще, конечно, Сларк тоже решил собрать Линкин у нас. Весьма интересное решение. Так, вот Райдер потратил сейчас блин для того, чтобы уйти от ульта снайпера, который уже третьего уровня. И Никс забегает сюда, сбивает линку. Девауэр попадает под стан, летит ульта Apparition. Нужно заэвейдить. И заэвейдили ее. Но вот теперь вся статья подраться. Просто вся. Есть абсолютно все. Есть все ульты. Бэтрайдер в хорошей позиции. Никс, инфест-бомба в Вендетте с блинком. Врывается, шикарный стан, просто по двоим, и ульт Девауэра сверху, минус снайпер, минус Вич-доктор, разом, нету ничего, схватили, Вивера убили, остается только Сларк, ну просто красавчики, инсейны. И что, и только Сларк убегает, спасается также Apparition, который кидал ультимейт. Ну вот так вот, камбэк, возможно. Да, камбэк, нету сейва, и ничего с этим пока Ahead'ом не сделать. Мало того, что нету сейва, нет ни одного сейфа, нету форстафа для того, чтобы можно было увозить своих союзников от Найкс, и сейчас Инквизитор начинает огромную мощь набирать. Посмотри, был у него нетворс буквально недавно где-то 7000, то есть слишком маленький, и Инквизитор умирает. Ну как же так? Влетает блестящий ультимейт аппарата, баш, еще баш. И на самом деле тут Destroyer, скорее всего, умрет, потому что... Нет, живет. Не хватает демеджа, и Destroyer выживает. Ну, Лайфстиллер, конечно, очень-очень сильно рисковал, зная, что в команде соперника есть Operation, немножко так заигрался. А Хедом пора подумать о своей команде, что нужно спасать. Нужно либо спасать своих союзников, либо на максимум ДПС себя врубать и на Экса за время рейджа убивать. Ну это, конечно, очень нужно неплохо ДПСить. Они фактически сейчас не успели сделать ничего, потому что вот этот раскаст от Никса великолепный, сверху Уль Деваура, Вивер был пойман Бейном, и, насколько я понял, Снайпер с Вич-доктором просто умерли сразу, не успев даже понять, что произошло, не выйдя из стана. Поэтому здесь, конечно, Снайперу что-то делать в данной ситуации очень тяжело было, но... Насколько я понял, у Вивера синдром Улидана, потому что уже какой подряд замес, он не прожимает БКБ. Каждый раз, когда начинается драка и люди начинают умирать направо и налево, Вивер умирает, и у него до сих пор БКБ 9 секунд. Он его прожал за всю игру только один раз, и пока что это не вариант. Также отмечу, что у Снайпера, несмотря на то, что у него много артефактов, но Линка его фактически не спасает от врыва Нюкса. То есть, что бы он ни делал, врывается Нюкс, включает Акропаси, юзает Моноперн, стан, и Найкс его полностью жирает. Так что тут уж, наверное, какой-то форстав больше бы профита выдавал. Ну и теперь Кьюнсейн, совершив легкий кумбэк, вернулись они полностью по XP и немного по голде, идут забирать ТВР. Летит Бэтрайдер. Гем, кстати, вернулись, что немаловажно, и поэтому прошлая драка действительно была выиграна очень серьезно. Сёму заслали, кстати, тоже у нас с линкинсферой, но пока от этих линкинсфер толку никакого, потому что каждый раз Кьюнсейн первый нападает и Ahead на кулачную убивает. Такой, знаешь, своего рода, как будто они, каждый сам для себя, да, там... Аппарат, ну точнее, Вич-доктор купил себе Госкептор, аппарат купил себе Аганим, но ключевых артефактов против сетапа QNSA нету. Это один или два форстафа. Бигнум идет реализовать очередную инфест-бомбу. Врываются вражеский лес, и какие тут сладкие булочки. Увидел далеко, как улетел Снайпер, и вот он, Вич-доктор. Пожалуйста, раз, два, и Вич-доктор падает. У Вич-доктора, кстати, хп много, но приблизительно так же умирает и Снайпер в драке. Заключенным мобом. Почти уже нафармил Хекс, но на самом деле нужно ему еще 900 монет, это не так много, но сейчас Хекса не будет. С другой стороны, без Вич-доктора-то 4 на 5 нападать тоже весьма проблематично, как-то вот именно подготовлено. И перехватывают, что самое главное, наверное, то, что инициатива сама перехвачена инсейнами. То есть даже не то, что у них там ключевых артефактов нету у соперников, а то, что они начинают потихоньку давить, их никто не останавливает, и уже выглядят потери. Ahead. Ну, в общем-то, можно понять, после проигрыша нескольких драк потеряться не мудрено. Вот бегает Вивер, бегает Сларк по карте. Ну, как-то это все... Никс-то гораздо круче бегает. Ой-ой-ой! Мом включен. Удар моноберном сбивает, станом попадает, и все великолепно делают. Снайпер замедление еще на всякий случай. Один удар лайфстиллера в итоге... Решил его. Еще один фраг. Аппарат так ходит, на него смотришь, ему так печально. Он так ручки опустил и думает, что же ему делать, потому что сейчас он себя не реализует как герой. Нужен аппарату напарник для совместных гангов и для того, чтобы его Айсбласт летал налево и направо, но сейчас только Сёма The Slayer способен ему компанию составить. Однако... А тем временем Хекс. У Деваурера. Да, и теперь вот это, кстати, заявочка. Сларку будет очень больно только от одного ультимейта Девоура. Смотри, нападает Сларк на Девоура. И ничего себе, он развернулся и ушел, хотя Девоур здесь был полностью один. Да, но он этого не знал, и действительно у Деваурера Хекс, если заметил, то... С каким-то ассистом Деваурер мог и разобраться со Сларком. Сларк на перехвате, запрыгивает. Бэтрайдер сбивает Линки, но уходит вовремя, очень успел прожать первый спел, правда теперь Нет, первый спелл все еще есть. Не успевает прожать его. Буквально пару выстрелов. Прячет его Деваурер. Получает плюс 10 к интеллекту. Или сколько там? Так, Вивер врывается. Ух ты. Прожимает БКБ. Сбивают Бэну ультимейт. Может быть, неплохая драка. Но ультимейт Деваурера. Цепляет Сларка краешком. Убивает его. У Деваурера проблема. Минус Аегис. Аегис же был, конечно. Лайфстиллер садится в Никса, выпадает. Снайпер просто всю команду расстрелял. Деваурер взлетает на хайграунд и уезжает. Отсюда 3 в 1 размен. И у снайпера нет картечи, чтобы дать себе вижен и этого Деваурера ТП сбивать. Хотя смотри, как хорошо играет Джуду. Очень агрессивно. Подходит к нему Вивер, подходит снайпер и Гем возвращает. Ну, тут еще я бы поспорил, возвращают ли, потому что... Курица сейчас пойдет и... добычу забирать. Да, очень-очень жестко Джуда получил ультимейт под гастом. Там урон, конечно, мифический. Ну, сейчас вот снайпера не убили, и снайпер, он там то ли выкупился, сейчас посмотрим. Нет, он не выкупился, он просто успел выйти из таверны, прибежал и просто с хайграунда всю команду расстрелял. Абсолютно. Ну, сейчас всю движуху, фактически весь успех файта сделал Сёма The Slayer. Сёма, мало того, что развел Q Insane на третьих дизейблов и один из главных ультов, он при этом заставил эту команду агресса на него в итоге. В этот раз начали Ahead. Причем так необычно, да? Так как начинать им фактически нечем. И вот нужно продолжать в том же стиле. Нужно бегать по лесам. По лесам, где противник тебя не видит. Ни в коем случае в лоб не нападать. И тогда у Ahead огромный шанс противника убивать. Если встать просто далеко на расстоянии друг от друга, то Найкс, даже если убьет одного, допустим, какого-либо жесткого саппорта, он все равно будет от снайперов терпать. Кстати, очень интересно пакуется у нас Инквизитор. Имеет он Кирасу и решил сразу делать себе талисман Evasion. Это будет Алибарда. Такой более танковый Найкс у нас виден. Ну, а в принципе, БКБ только у Вивера, и снайпер, как рейндж-герой, будет на 4 секунды задизейблен этой Алибардой. Это очень сурово. Да, это хороший выбор сейчас, потому что Бурста, скорее всего, и так хватит, а как-то его после этого надо выживать. Ну и ждем очередные танцы на Рошане. Да, Рошан появится уже достаточно скоро, буквально пару минут. Отличный артефакт у Бэтрайдера появляется, он теперь сможет сейвить не только себя, но и дамажить соперников и сейвить союзников вот этим вот замечательным итемом под названием Ethereal Blade. Также есть Ethereal Blade у Obi-Wan Banana. У Бигнума также есть. Ну, в общем-то, от снайпера они имеют шансы не развалиться. Если, конечно, он молнии их не поубивает. Да, я помню даже этот патч, где было написано, что теперь Мьёлнир, если вы атакуете магически иммунных юнитов, действуют, ну и молнии все равно могут появиться. И это на самом деле важно, потому что если лайфстиллер будет в рейдже, и молнии будут появляться много и часто, его союзники в госскипетрах могут рассыпаться очень быстро. А там, что там по Мьёлнирам? Пока только у снайпера, да? Сларк пошел у нас в башар. Ну, в общем-то, неплохой выбор. Я, кстати, вообще хочу подчеркнуть то, что Сёма сейчас пакуется очень правильно. Ну, потому что, во-первых, он танк, Линкин-сфера ему как-никак не нужна, потому что он чаще всего Q Insane разводит, ну и вообще он способен микать в файте, да? Так как снайперу тяжело что-то сделать, он обычно просто стоит и бьет. Также он делает башер. Башер — это сейчас айтем номер один против Найкса, потому что если Найкс включает МТБ, то единственный, кто вообще способен остановить всю движуху, это Сёма. Дать ему Abyssal Blade в лицо и статы воровать. Ты посмотри, что у нас происходит. Abyssal покупает... Ой, Abyssal... Алибарда покупает себе лайфстиллер, но одновременно с этим снайпер, как зная, покупает БКБ. Это да, очень круто. И БКБ это, кстати, уже супер необычный билд от снайпера. Такой, знаешь, супер сейфовый. У него Линкин сфера и БКБ. То есть два артефакта, чтобы выжить, и пока дэмэдж у него маловато, честно говоря. То есть всего 180 для ренджа, не считая башей. Ну, баша действительно там очень-очень больно дамажит. Плюс ко всему у него есть вот эти вот молнии. И скорость атаки очень-очень большая. Ну, в общем-то, да, для лейтгейма в любом случае, даже с вот этими оговорками 200... 210 урона, это не так много на 40-й минуте. Но да, я думаю, следующим артефактом уже по-любому будет какой-то МКБ или что-то на атаку, потому что ну, нечего больше покупать. Survivability у него просто колоссальный. Ну да, мом ему можно заменить там либо на бабочку, которая даст ему фактически тот же, ну чуть меньше атак спида, но больше урона, а Мидас заменить на... Что там есть у нас? Да, МКБ, который будет пробивать того же Найкса. Так, ну все, обе команды так немножко не то что потеряли нить игры, но боятся рисковать, и поэтому обе команды фармят исключительно на своей половине, ждут Рошана все это время. Insane. Рошан появляется практически у нас ну, в максимально возможное время. Вот остается 10 секунд, сейчас Бигнум это все спалит, он стоит на Рошане нон-стоп. Единственный, кто не боится, это, наверное, Инквизитор и Сларк, которые поодиночке бегают на карте. Понимают они, что их очень тяжело цепануть, и надо разводить ребят. Надо постоянно фармить. Кстати, вот Сёма, он идет к успеху. Вот этот Abyssal Blade, это, наверное, самый ключевой айтем в этой игре. Потому что помимо двухсекундного стана, он может пермабашить Найкса, и уже Найкс никуда не денется. Джуда находится сверху, но сверху абсолютно никого. Джуда сейчас выполняет такую себе роль сейфового сплитпушера, у которого есть огромная мобильность. Смотрите, как у рейнджа он кидает бомбочки и уходит. То есть это на самом деле потрясающая осторожность. Так, а тем временем Деваура, который сейчас бы мог от Сларка подстрять, но Сларк тоже играет осторожно, понимая, что там могут быть центры, могут быть какие-то герои с гемами на хайграунде. Заходить на него стоит очень-очень аккуратно. Иллюзии забирает Сларк, но Деваур очень быстро справляется с иллюзиями. И заход на Рошана, смотрим. Бэтрайдер сразу же летит. Есть инфа. Лайфстиллер в позиции Бэтрайдера, кажется, не видели. И что, Рошан-то? Так, очень-очень рано нажимает. Отлично развел здесь Деваур на БКБ. Просто Balls of Steel. Как он туда заехал? Он вообще ничего не боялся, хотя умер бы достаточно быстро, если бы его подцепили. Ну нет, уходит. И сейчас нету БКБшки. Судя по всему, выпил таблеток каких-то от Сидрома или Дана. 168-й. Да, теперь он понимает, что лучше прожать БКБ пораньше, но на самом деле это не так критично. Все-таки одна секунда работает, но критично то, что сейчас Кьюсей зашли на Рошана. Убивают они Рошана, заходит Сивер, заходит Сёма. Дестройер очень больно, Дестройер умирает, но огромное количество дэмэджа он вписывает, рвается на X-Нюксом. Потрясающее количество дэмэджа, умирает Мич Доктор, появляется Деваур, и Сёма убегает, а тем временем Найкс бегает. Найкс бегает за противником и ничего не может сделать. Разворачивается за ним Вивер. Тут с Найксом кошки-мышки играет, и все. Да, уходит отсюда Operation. Вивер также спасается. Сверху тем временем была разрушена тир-1, всего лишь вышка. Но это не важно. Очень-очень хватило, очень повезло, можно сказать, игрокам команды Insane, то, что Деваур успел добить Рошана, успел забрать Аегиса. Это фактически решило драку, потому что в ужасной позиции находились. Ну, такое ощущение, что не ожидали Ahead, что там один только Деваур, что ему никто не пойдет помогать, что он просто один залетит и убьет этого Рошана. Он его убил, и с этого очень большой профит получают. Рассыпалась практически вся команда. Очень сильно сыграл Джуда, который успел блинкануться перед опять Сларком. И казалось, Сларк уже мог уходить, но Джуда ему как раз своей спиной закрыл проход. И сейчас инициатива опять на стороне Insane. Они, проигрывая эту игру, давайте посмотрим на графики. Да, вот они графики. Посмотрите, отыграли. Наконец-то все золотое отставание. Вышли вперед по XP. Так, вот это не очень хорошо. Ульт Operation заходит, Деваур успевает форстафнуться. И Вич Доктор динает вышку. Но в любом случае это еще дополнительное золото. Итак, у нас очередное будет следующий этап игры. Не знаю, будут ли команды на этот раз ждать до Рошана, но очень много золота заработали сейчас Insane. И если в прошлый раз они дрались все-таки уступая по голде сопернику, то сейчас они будут драться, опережая его. Ну нет, еще не опережая, но уступая значительно меньше. Наверное, так будет правильнее сказать. Да, конечно, снайпер в очередной раз попадает под фокус первым. Ничего с этим не сделать. Как вот как вообще контрить инфест-бомбу? Ну, либо ты цепляешь бэтрайдера, либо все. Либо он просто даже запрыгивая, не успевая дать лассо, но лайфстиллер-то он высаживает. И лайфстиллер со снайпером особо не церемонился там. Но в данном случае самое эффективное — это просто нападать первым через Сларка. Тогда тебя огромный успех в этой игре ожидает. Потому что по-другому ни один из твоих героев не выживает. Вот в этот момент ты чувствуешь, что нужен вот какой-то герой, один, знаешь, таким самым простым спилом, как, например, у Деваура. Это Астрал. То есть как бы ни прыгнул на Экс и что бы они ни сделали, ты всегда способен своего парня на 4 секунды спасать. И после этого намечается совсем другая игра. Но здесь Ahead'ом с каждой секунды игра все усложняется. И им нужно теперь какие-то неимоверные позиции занимать, чтобы Энфест бомбы обманывать. Потому что снайпер, несмотря на то, что впаковался он на линке на БКБ, но на Экс идет и дальше его грызет. Да, там уже Тараску на Экс. И более того, сейчас упали 3 вышки, а это освобождает в свою очередь для Никса место. Все-таки пока тир-1 живы, ему крайне тяжело куда-то там забежать незаметно. Сейчас же это гораздо проще. И сейчас опять лайфстиллер внутри. У Деваура уже есть Шива. У него почти 200, у него больше, чем 200 интеллекта. Нет, почти 200. Все-таки почти 200. 199. В любом случае, это очень много. Это гораздо больше, чем у любого героя. И ультимейт всаживает там очень серьезный урон. 1100 магического дамага, если, допустим, интеллекта у тебя столько, как у снайпера. Если же у тебя интеллекта меньше, чем у снайпера, то он в тебя ссадит где-то там 1300-1400. Ну, Сларк просто не живет. Сларк практически фуловый умрет, у него 1800 хп, и по нему вот такой урон зайдет, ну, очень больно. Там еще будут резисты, поэтому часть демеджа уйдет. Кстати, Бигдум находит Вивера. Вивер у нас без блэкинг-бара выходит на Экс. Очень больно Виверу, и опять Вивер умирает. Да, но здесь уже тяжело винить его в чем-то, потому что стан был выдан из инвиза, очень грамотно сыграл, не стал жадничать. Деваурер был с хиксом, и даже если бы Деваурера не было, то там, в общем-то, маны совершенно не было у Вивера. Правда, ультимейт стоит у него 0. Ну, здесь уже ему нужно как-то со своей командой поактивно двигаться, потому что пространство Q-Insane получили. Есть у них Нюкс Ассасин 16 левела, есть у них Бэтрайдер 21 левела, и любое нахождение без какого-либо жесткого сейва — это твоя верная смерть, поэтому нужно время серьезных решений принимать. Учитывая, что Ahead фактически не способны сейчас гангать, не считая Сларка, то нужно какие-то движухи в пятером под смоками устраивать, потому что, насколько я знаю, они смог за игру еще ни разу не заюзали, так? Вот кинул Ahead или за последние 20 минут. А надо, потому что если Insane их не увидит, то огромные шансы. Вторая Шива появляется у нас у Бэтрайдера, очень много будет замедления. Но вообще я могу отметить, что... Так, смотрим на снайпера. Если в прошлый раз был синдром Элидана у Вивера, то теперь он у снайпера, потому что у него до сих пор 10 секунд, БКБ, сбивают ему линку, здесь же Бэтрайдер хватает его. Пациент, присядьте, у вас синдром Элидана. БКБ на лоу хп и смерть. Боже, в Никса вливают все, ульт Деваурер, он убивает практически всех, кто здесь остался, только Сларк уходит чудом. Это похоже на ГГ. Если сейчас не выкупятся, если нет байбеков, давайте посмотрим. Да, байбеков нет. Ни у кого нету. Но не идут вперед. Нет, ждут крипов просто. Ждут крипов, и крайне тяжело здесь что-то будет придумать игрокам команды Ahead. Ну, потому что их просто слишком мало. Вивер есть Сларк, но... Там такие ребята суровые. С шивами, госскипетрами, Итериалами, фортификейшн. Но это минус мид, как минимум. Это может быть не ГГ, но минус сторона в такой ситуации серьезно. Потому что это еще больше пространства на карте для Никса, еще тяжелее будет играть Ahead'ом. Может быть, даже минус вторая сторона. Снайпер не будет 30 секунд. Пошла ульта аппарата. Ни в кого не попало каким-то чудесным вообще образом. Линку сбивают. Бэтрайдеру, ну, классо тратит совершенно глупым образом Джуда. Дает Шиву. Пытается отступить, отступает. Его пытается прикрыть Бигном. Но, в общем-то, это все не нужно. Да, вторую сторону задефили за счет вот этого врыва небольшого. Но, тем не менее, минус одна сторона, минус еще 2 вышки. И теперь уже по золоту точно впереди. Чуть ли не впервые за игру у нас Insane. И очень сильно впереди по XP. Оцени, сколько золота у Q-Insane сейчас на руках. У них на руках в районе 16 тысяч было. Вот только сейчас Нюк закупился. Купился также Этериал, но у Деваура, Найкса и Бейна еще 5, 4, 2000. И с такими артами можно будет сейчас уже просто идти и артефактами давить. Боже, как разминулся Лайфстиллер сейчас со Сларком. Это что-то вообще. Куда-то ушел, повернул. Они вот в районе вот этого пятачка умудрились друг друга не увидеть вообще. Как в каком-то, я не знаю, мультфильме. Деваурер покупает даггер, понимая, что, ну... Да можно... Нет, оставить, наверное, на байбэк, но, в принципе, да, можно вот так вот сделать вообще, чтобы дэмэдж был потрясающий. Представляешь, какой дэмэдж может он вписать по герою, которого он спрячет в этот этериал и сверху даст ульту? Ну, это будет просто дикость. Находит снайпера, подходит Бигнум, летит Бэтрайдер, но ТП... Travel Boots Бэтрайдер сбили. Бигнум кусает снайпера. Идет, идет, ать, и... Какой жадный Бигнум. Он, кажется, здесь поплатится. Такие дела. Тем временем прилетает у нас Бэтрайдер. Думает, помочь он Бигнуму или нет. Нет. Решили его оставить. И... Сема чуть наказал Деваура. Да, там реакция хорошая была у Деваура. Успел он отблинковаться от этого Сларка. А не было байбека, это было бы действительно плохо. Лайфстиллер тем временем сверху. Он фармит лайн. У него очень много денег. Ну, наверное, в данной ситуации он может в качестве основного такого танка... Эту вышку, скорее всего, отдадут. Ее крайне неудобно дефить. Лучше подраться на хайграунде. Если драка, конечно, будет. Тем более, что Лайфстиллер-то тоже там ломает тавер соперником, и нападение на Бэйна. Бэйн успевает зафорстафиться, очень круто тянет время. Лайфстиллер летит, схватили, и уль Деваурера залетает по Виверу, минусует его. Сларк, по-моему, тоже. Это трипл килл от Деваурера. Лайфстиллер догрызает снайпера. И это тимвайп. Лайфстиллер догрызает еще и Вич-доктора. Просто трех героев положил сейчас Деваурер своим ультимейтом. Смотри, прыгать на Эксу в Бэтрайдера прямо сейчас, и Бэтрайдер улетит наверх. Это самый лучший расклад. Да, именно так они делают, и это круто. И туда же летит еще и Деваурер, который тоже апгрейдил себе ботинок до тревелов. Нету вообще ничего. Нет никого, это можно сделать мега-крипов вполне. Сколько демеджа вписал Деваур, да? Он же, походу, с ульта убил двух героев сразу. Трех, по-моему. Трех героев. Там, насколько я видел, Сларк с Вивером стояли очень близко друг к другу, поэтому там даже я сначала не понял, кто из них умер. И еще один из суппортов. Ну, то есть, просто без шансов. Да, то есть Вивера, кстати, так смотрю, Вивера за эту игру БКБ прожал 3 раза. 3 раза прожал он БКБ, и теперь... Все-таки можно сказать, что если у вас выходит такая партизанская война, то лучше более мобильные айтемы собирать. Кьюнсхейн у нас чистит всю базу, делают стадион, вытаскивают Вич-доктора и трон. Падает трон. Сам по себе. Ну, шикарный камбэк от команды Insane. Им действительно было непросто затащить эту игру. У них вначале была просто ужасная ситуация, но смогли они выправить. Воспользовались где-то ошибками соперников, где-то сами очень здорово сыграли. И одержали победу. Тем самым набирают еще одно очко и отправляют Ahead также на последнюю строчку вместе с EVR. Но вот, скажем так, из команд, которые... Ну, не находятся под каким-то спонсорством организации или, в принципе, не очень именитые. Insane пока что лидирует, если я все правильно понимаю. У них становится 3 очка. Да, они обгоняют Relax, точнее, 9 очков. Они догоняют, в общем-то, Virtus.pro. Ну, не совсем догоняют, на одну игру у них больше при равном количестве очков. Но, тем не менее, очень неплохое выступление от молодой команды, в которую мы все верим. Да, особенно я верю. Успехов ребятам. Вот. Ну, все, на сегодня будем прощаться. Всего 2 игры у нас. Завтра, судя по всему, игр не будет. Ну, а 5 числа уже Техлапс. Приходите в Мегу, в Химки. Вот, ну и всем пока. Пока.